Соревновательный план организаторы условно поделили на три площадки – 9-я школа, стадион «Локомотив» и парк культуры и отдыха, где в силу ландшафтных особенностей дисциплины были распределены по всей территории. Главная задача – получить практические навыки и умения поведения в экстремальной ситуации. 19 муниципальных команд со всей республики преодолевали полосу препятствий, в том числе и при помощи скалолазного оборудования. Вели поисково-спасательные работы на воде. Сегодня мы проводим традиционное региональное соревнование школы безопасности. Участвует у нас 19 команд, как признанные чемпионы, так и новички. Самый большой охват в этом году, больше всего участников. Победители нынешних региональных соревнований поедут у нас в следующем году на межрегиональные соревнования школы безопасности в Новосибирск. Там будут соревноваться за право поехать на всероссийское первенство. За короткий отрезок времени ребята преодолели десятки километров маршрута и множество этапов. Условия для всех команд одинаковы, как и шансы на победу. Баллы можно было набрать, пройдя много простых испытаний или рискнув, выполнив сложные задания в малом количестве. Константин Аникин, Александр Кожевников, новости.